Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня мы с вами готовим малиновый пирог. Для начала мы с вами сейчас приготовим тесто. Вот нам понадобится такая большая чашка, также сметана 200 грамм, мука 350 грамм и маргарин 200 грамм, и также разрыхлитель 10 грамм. Так, все мы сейчас будем перемешивать с вами. Кладем нашу сметанку. Маргарин. Можно использовать масло. И все это перемешиваем. Маргарин у меня уже мягенький. Он уже у меня постоял. Вкусно пахнет начинает. Так, я, наверное, буду сейчас перемешивать миксером. Мне так будет удобнее. Вы можете вручную. Так, также высыпаем туда наш разрыхлитель. И миксером все перемешиваем. И просеиваем туда муку. Чуть-чуть положили муки и снова перемешиваем.
Вот такое. Так, вот такое тесто у меня получилось. Теперь оно должно отдохнуть. Мы его сейчас с вами переложим в мешочек. Вот мы его с вами переложили в мешочек и отправляем в холодильник на 30 минут отдыхать. Тем временем, пока наше тесто отдыхает, мы займемся начинкой. Вот здесь у меня малинка, она уже разморозилась, отдала свой сок. Вот он внутри. Вот. Чтобы она отдала свой сок, я уже туда положила 2 столовые ложки сахара. Вот. Она нам нужна без сока, иначе там у нас все потекет, все польется. Вот. Немножко ее поэтому пожмакаем немножечко, чтобы она не была цельными. Начинки, я думаю, здесь 300 грамм, может быть, есть. Немного. Думаю, нам будет этого достаточно. Вот. И здесь вот остается сок. Этот сок, можно из него сделать компот, можно его выпить, как захотите. Вот, начинка у нас с вами готова, она уже с сахаром, она уже все там растаяло. И осталось нам только дождаться с вами теста. И будем готовить с вами пирог. Вот, а пока что ждем. Так, отодвигаем нашу начинку. Вот наше тесто. Отдохнуло полчасика оно. Сейчас мы его будем раскатывать. Так, мы его раскатали. Где-то оно не совсем толстое. Должно быть где-то 5 миллиметров, может быть. Чуть-чуть оно еще, может быть, подымется. Вот. И где-то либо на эту часть, либо на эту часть мы сейчас будем с вами класть начинку, сверху накрывать и прожимать. Вот у нас, кстати, дождик, громыхает все. Вот наша начиночка. Вот сюда я буду класть, наверное, с этой стороны.
Так кладешь, так маленькая сразу становится. И берем, накрываем вот так сверху, немножечко тут, и где-то лишнее вот так можно отрезать. И старайтесь заплетать прям под самый, там, где лежит начинка у вас, чтобы у вас на кончике не получалось слишком много хлеба. Лишнюю муку можно стряхнуть, она нам не нужна будет. Сюда кладем. Наш силиконовый коврик. И сейчас мы будем перекладывать. Сюда. Видно? Сейчас я вам покажу все. Немножечко его разровняем. Так, сейчас я поверну сюда. Вот так. Чуть-чуть его можно разровнять. Сделать его либо полукруглым, долькой, либо круглым. Вот. Все. И отправляем в духовку. Минут на 30, наверное. Посмотрим сейчас. У каждого, у вас у всех своя духовка, поэтому смотрите, как у вас, как вы обычно делаете пироги. Я делаю сейчас пирог в новой своей духовке, поэтому я не знаю, как она возьмет его. Ну вот, наш пирог готов. Такой вот он подрумянился. Вот, некоторые, я знаю, сверху с чем-то смазывают, там или маслицем, белком, желтком. Я ничем не смазываю, мне нравится так больше. И давайте его попробуем. Очень, кстати, мягко он режется.
Посмотрите, какой он стал красивый. И хлеба не так много, и начинки достаточно много. Очень красиво. Очень хорошее тесто получилось. Сейчас мы его еще попробуем. Я думаю, что должно получиться очень вкусно, потому что до этого я делала дрожжевое тесто. Это было очень-очень сложно. Его раскатываешь, а оно сужается. Его раскатываешь, а оно сужается. Это очень сложно. И вроде стараешься сделать тоненькое тесто, чтобы было прям тоненькое. Но пирог достаешь, начинки мало, а хлеба, как всегда, много. Здесь вот по-другому мне понравилось такой вариант. Сейчас мы еще попробуем, но я думаю, должно быть вкусно. Очень вкусно. Единственное, только в начинку я добавила 2 столовые ложки сахара. Можно было и побольше. Можно было и 3 добавить, наверное, или даже 4. Но вроде бы я пробовала, было сладко. Но все равно очень вкусно. Вот, и, наверное, надо еще в тесто тоже, если тесто у вас, вернее, если пирог у вас сладкий, в тесто, наверное, тоже надо было добавить сахар. Вот, но в моем рецепте его не было, поэтому я не добавила. А так, я думаю, 2-3 столовые ложки сахара или соли, наоборот, не повредят. Вот, очень вкусно. И также, наверное, вот раскатывать, я думаю, надо... Вот его сколько я раскатала, да? Смотрите, довольно тесто тоненькое. Получилось. То есть, мне кажется, достаточно просто немножечко руками его примять, то есть где-то сантиметр, и положить вот начинку. То есть сильно раскатывать не надо, то оно будет не настолько вкусно. Но этот получился вкусным, мне понравилось. Я буду делать еще это тесто, еще готовить. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите мои другие влоги, это ролики, там и влоги. И много-много всего. И также кулинарные рецепты, обзоры. Обзоры на технику, обзоры на продукты из фикс-прайса. Их очень-очень сейчас много и много еще пойдет. Будет очень много, накопилось очень много. Вот, и также на обычные продукты из магазина. Вот, и всем пока-пока.